Всем привет! Меня зовут Ангелина Хитарянко, и прямо сейчас все по ГОСТу. Если хочешь экономить, запоминай короткое слово «зима». Звони по телефону 33-33-33 и говори оператору «зима». За это получай 20 бонусов на следующую поездку. Бонусы действительно в течение 3 дней. Илья Дорогов, Ксения Главицкая, очередной водитель, который попал в их сетям, проходит свою проверку. Всем привет! Это «Авторевизор», проект «Все по ГОСТу». Очередная машинка приехала к нам на проверку. Давайте посмотрим, что нас там ожидает. Так, к нам должна подъехать «Лада Приора» темно-зеленого цвета. Темно-зеленая «Лада Приора». Эй, чувак! Спасибо, что посмотрели сегодняшнюю серию. Всем отличного дня и пока. Пойдем, может, он просто капец. Просто настроение дать дёру. Bye, my friend. Hello. Дубль 2. Надеюсь, этот не такой пугливый. Лада Приора превращается. Лада превращается в Ладу Гранту. Смотри, подготовочка. Смотри. Давайте мы посмотрим машинку в целом. Машинка, я вижу, новая прям. Здесь у нас ручки чистые, не замерзшие, все хорошо. Пушка. Внутри еще и чехлы. Чистые у нас коврики, чистые двери. Запах нового автомобиля прекрасен. А детское удерживающее устройство есть? Либо там конвертик, треугольничек? То есть даже вот этого нету, да, треугольничек? Так. Чья-то рука. Я так понимаю, газовое оборудование, да, у вас? Или как? Газ, да, да. Газ. Ну, вообще, в таких случаях желательно куда-нибудь колесо пристроить, то есть максимально, чтобы было много места. Так, ну, печечка сразу, видно, работает. Кондиционер, я уверен, что тоже. Машина-то все-таки новая. Так, давайте поедем там по адресу. Да. А там у вас должно быть прописано? Нет, у меня Ленинская. Есть, Краматорская. Как давно работать? В этом году и первый день пишу. Да ладно, вот вам повезло, я хочу сказать. Я в зимний период устал. Ага, это хорошее. Это вот, кстати, каждый человек, который хочет немножечко подработать и не сидеть просто так дома. В такси ГОСТ устраивайтесь, работайте, да, пожалуйста. Так, ну, смотрите, вы у нас 24 года за рулем. Давайте посмотрим, насколько хорошо у вас остались в памяти знания ПДД. Сразу могу сказать, что вопрос такой интересный. Смотритесь, вчитайтесь. То есть у нас здесь грузовой автомобиль с оранжевым проблесковым маячком и с поворотником. Мотоцикл. Равносторонний, да? Да. Ну, мотоцикл, значит, уступить я должен. Потому что? Потому что помеха справа. Совершенно верно. Это действительно правильный ответ. То самое чувство, когда «Лада» новая, а check engine горит. Если кто не знает, что такое check engine, я надеюсь, Коля такую плашечку сделает, напишет. Это чек от ангела? Катанген с угла альфа. Engine. Не angel, а engine. Две проверочки. Все как всегда. Сейчас узнаем, пройдет ли у нас этот человечек проверку до конца или нет. А вообще, как часто у вас пассажиры не пристегиваются? Бывает так. Вот, у нас такой вот есть тест на внимательность. Сижу, жду, когда вы скажете. Допустим, я пассажир, и у меня только 500 рублей с собой. У вас сдача будет 500 рублей? Будет. Показывайте. Мы как бы на слово верим, но доверяй, но проверяй. Все, отлично. Вам спасибо большое за такую поездку. Только хороших вам пассажиров и отличного дня. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, давайте подведем итоги нашей сегодняшней проверки. Лада Гранта новая, поэтому вообще все шикарно. Машина в первую очередь чистая. Запах нового автомобиля, он вообще непередаваемый. Коврики чистые, двери чистые. Нету, к сожалению, удерживающего устройства. Это минус. Багажник, он большой, потому что это лифтбэк. Но все-таки колесо и как бы... Правила есть правила. Надо все это максимально компактно убирать, поэтому за багажник, хоть он и чистый, давайте полминуса поставим. Он чистый, большой, но все-таки можно было бы чуточку лучше. У нас работает печка, у нас там работает кондиционер. Водитель, к сожалению, не спросил, куда мы едем. Точнее, он спросил, но не посмотрел элементарно в программу, где были указаны адреса. Хотя это элементарно, да? Да, надо было просто посмотреть, поэтому тут минус. Не сказал пристегнуться. Да, он у нас и не сказал еще и пристегнуться. Но есть сдача с 500 рублей, даже с 1000. И на ПДД ответил.
О, да, кстати, на ПДД, причем все правильно, рассудительно. По итогам проверки этот автомобиль проходит проверку. Если вам назначат такой автомобиль, знайте то, что вы доедете в новой хорошей машине, и это доставит вам массу удовольствия. Ну, все правильно. Пока. Акция «Промокод» ежедневно на сайте taxigos.rf. Находи акционный промокод, вбивай его в приложение и получай 10 бонусов на поездку. Бонусы действительно в течение дня. В 9 утра следующего дня они сгорают. Если ты уже работаешь в компании «Гонд», приводи друга. У друга будет отличная работа, а у тебя подарок – 5 бесплатных смен. Узнавай больше по телефону в Орске 30 22 30. С вами была Ангелина Хитарянко. Увидимся на следующей неделе. Пока!